Привет, привет. Ну что, мне самой стало интересно, что же я накупила на 2000. Поэтому сейчас мы с вами будем делать смотровую. Срезала заодно у себя всю мяту. Она, оказывается, у меня там очень хорошо разрослась в огороде, так сказать. В огороде под окнами. Что, наверное, я ее посушу. Я ее срезала, помыла, сейчас она высохнет, я посушу ее. Так, что купили? Чек на 2008. Во-первых, я купила эринги. Самое необходимое — это эринги. Но больно они хороши. Еще и скидка 50%. Получается, они мне вышли на 124 рубля 95 копеек. С 50% скидкой. Сейчас будем спрашивать у Алисы, что делать с эрингами. Но я предполагаю, что их на гриле хорошенько можно сделать. Так, масло 139 сливочное. Куриная грудка, 20% скидка на нее была. Сейчас я скажу. Филе без кожи на 301,37. Ну, не такая еще большая скидка, но, как говорится, и то хорошо. Картошка 18 рублей она сейчас. И не засняла, но там бананы подорожали. Они были 130,90, а сейчас 129,90. То есть берите, хватайте. Так, ладно. Картошка по 18,90. У меня почти 2 килограмма на 34,97. Дальше. Эскалоп свиной. Ну, он тоже 20% скидка, но там кусочки. Он вышел на 175,92. Ну, как можно было не взять? А что такое Бекнардым? Бекнардым. За 159,90. Бекнардым. Бекон, наверное. Точно. Вот вам Бекнардым. Дымовский бекон 159,90 со скидкой. Костюша, что ты делаешь? Так, потом. Тесто. Ну, по-моему, 60 рублей где-то стоит. Не буду к нему возвращаться. Два мороженых. Почем они? Ну, тоже, короче, по 84,90. Так. По скидке две шоколадки взяла. Кокосовая 29,90. С клубникой 49,90. Но это я буду дарить. Поэтому пост будет. Пригодилось. Так, если пригодится. Взяла ванилин. Ванилин, кстати, уже по 10. Разрыхлитель тоже по 10. Наверное, 10,90, но я увидела, что 10. По 10,50. Ну, то есть взяла 2 ванилина, 2 разрыхлителя. Взяла семена льна, потому что сейчас завтракаю овсянкой с семенами льна. У меня пачечка такая заканчивается. Вот взяла еще одну. Они стоят, семена льна эти, 47,90. Дальше потом взяла сливы. Сливы сезонные 99,90. На 39,96 у меня вышло. Так, опять же взяла в запас эти за 40 по 20 рублей они. Со скидкой такой сыр 99, ну 100 рублей, наверное. Крестюша! Отойди! Отойди, кошмар! Кот-кошмар!
против моли взяла. То, что там 30 рублей, не буду искать. Обвал лука. Лук у нас там по 24 с чем-то. Антимоль 29,90. А это лучок. Лучок. 24,90 килограмм. У меня здесь на 17,93. Ну, может, посушим. Пока хоть лук можем себе позволить. По таким ценам чудесно. Молоко. 50... 60. Морковка. Морковь. Сейчас скажу вам. Морковь почем у нас? Морковь 24,90 килограмм. У меня на 10,46. Вот я же говорю, обвал цен на картофель, лук и морковь. Две грушки. Грушка 200 рублей килограмм. Вообще груши очень дорогие что-то. Ну, там 199,90, а другие 299. То есть прям вот реально, что, блин, с грушами? Это груша Санта-Мария 199,90 на 57,97 две штучки. Так, все. А, и сыр. 149 или 159 тоже. 149,90. Ничего не купил, 2000 улетели. Куда? Как? У меня больше вопросов, чем ответов. Так, ладно. Сейчас мяту сложу. Достану сушку. Сложу мяту. Посмотрю, что делать. Ну, чтобы осушиться уже начиналось. Посмотрю, что делать с этими сырингами. Купила баба порося, а как готовить порося, баба не знает. Тыковка. Это хорошенько. Так, все, ладно, пошли делами заниматься. Теперь со всеми прощаюсь. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.